Держи. Я уже почти там. Ебать, я еще буду с Фикси, вы ебанули, что ли? Да ну нахуй. С Фикси? Меняйтесь тогда с краном. Подожди, давай на низко проделай. Да какой после... же нахуй минута ДТП? После парка это... Надо терпеть. Слава богу, пиздец. Кран еще, блядь, в бета-версии играет. А кто хочет, кран не хочет против фиксы? А, вот. Кран, ну кисть нормально против фиксы стоит. Попизже, чемак. Нет, ты не заданчишь мне пак. Заданчишь мне пак, опять. Я, видишь, уже бегу, я как по привычке прям. Вот это удар. Ай-яй-яй, чуть не забрал. Все. Ставлю дешевые варды. Всегда дешевый. А просто нет невидимых здесь. А ты, может, проверишь, каннибала могла обычные варды поставить? Конечно. Я это могу начать. У меня нету прайма. О, вон она, кстати, каннибала. Она каннибала, да. Кстати. На второго уровня. Она второго уровня. Она могла уже взять, она уже могла взять уровень. Взять фарм 3, взять уровень, допустим, с кем-то. Короче, баланс. Какой купил, такой поставил. Нету прайм больше. Или вообще без вардов тогда. Че выбираете? Ты не можешь выбирать. Там, походу, у них вард стоит. Конь бегает. Ну, стоит и стоит. Значит, мы оба будем видеть, и они, и мы будем видеть эту фигню. Нет. Они могут его сбить. Анти, твой вард убьет и все. И скупой платье дважды. Называется. Картина Репина. Поц на лыжах. Кран, 9 секунд до этого. Да. У вас еще не было, блядь, картины Репина, поц на лыжах? Mm-mm. Ой, вы его, да, опасно-то как. Я-то проделаю. Нанизу сейчас фаг будет умирать уже. А звезды будут маг? Вы его, да. Я тоже люблю командовать. Вот это удар. О. Каннибаба тоже, походу, дешевой варды поставил, там же, где и я, по-моему. Мак, тебе голду чуть-чуть подамажет, у тебя есть звездопад уже? Не-не, я уже не звездопад, есть. Ну и что, я большого пипатик могу забрать? Ой, меня конь гангает. Печаль. Парни, не знаю, они глупые. Да, они гангают с разумным душом. Я тоже люблю командовать. Ну, я прогнал их маленько. Вот суки. Блин, Мак. Нага, смотри где. Я не потратил звездопад. Я понимаю, что не потратил, время потерял. Вон Нага видал где, да? Вывод. Ну. Ну ничего, просто трое тут. Давай я тебе дальний пак раздамажу серый. Не надо, я сейчас на голду нашу иду. Я воеводе сказал. Ага. Развлечемся. Начинаю дамажить, короче. Привет, иди на голду, то есть на этот на пак. Гаденыш. Воевода. Можешь уже начинать сюда я идти. Я тут с этим зарубаю, смотри. Блин, охуенно, это очень замечательное зрелище. Ну, иди к мамочке. Сука! Красавчик. Вообще. Вывода, я умираю. Я умираю. Я умираю. Я умираю. Как, блядь, что вы делаете? Я сейчас сдохну. Я сдыхаю. Я сдохну. Вот это истинно саппор, да? Чтобы не пиздить. Нормально, нормально. Красавчик. Красавчик. Вот так можешь понять. Ты так быстрее в роль саппорта. Зато теперь у меня стан есть. Так, вывод, я сейчас второй раз начну расстанчивать. Не надо, не надо, у меня жизни нет вообще. А тебе только подойти, махнуть рукой и уйти, ёпта. У меня нет фиксы. Короче, я начал. Можешь даже потихоньку двигаться. Короче, когда он давай, вывода, беги скорей. Беги, бегу, скорее. Бегу. Давай, беги. Мы тебе сейчас такой перекач сделаем, ты будешь прыжком убивать. Я уже почти там. Сам с себя. Обдуть тебя.
Мак, тебе серый раздамажить. Танч. Просто от третьей кошки фраза раздамажить звучит как-то, блядь. Ну и что, что третья кошка? Да не, кошка у нас просто от бога сапок. После трех или четырех карток научился. Это будет неожиданное видео. Ой, ну там уже просто анальное изнасилование. Люди не привыкли вообще к тому, что я так играю. Стримлом, краска. Будем на кота, может, со стримлом ты зайдешь и убьем. Зачем на кота? Со стримлом дави наверх и убей. Люди такие в тамбуре, блядь, да там же коготь, пиздец, что? Короче. Стримло ты берем, не? Я беру? Да, может, бери стримло. Да, и уже убивай давно краску, блядь. Похуй, я сам его убью, блядь. В смысле? Тебя хуй дождешься, блядь. Ну, чувак. Иди неси сюда ее. Неси. Я не бью, а то это заберу еще что добро. Я, короче, подстраховать. Угу. Неплохо. Так. Ну, а что, кота-то будем? Я не знаю, на трех хп там убежало бы. Ты меня пародируешь, что ли? Похоже. Ну там вообще, наверное, она жирёвка. Ой-ой-ой, ребят. Давай на развороте. Ты пэшься. Блин, а куда ты побежал, ты, идёныш-то? Да маны нету, говорю. И у меня нету. Я вам просто автоатаку даю, короче. Автоатаку от пятой кошки. И спиздил, блин! Вот, ну я не знаю, я уже отбегал назад. Я пойду попью, ты не пьешь, ты говно там ешь. Я назад нажал убегать. У меня летела эта автоатака и добила, ну я не знаю. Да, да я хер знат, ну хотите, я не буду бить их вообще. Да нет, да нормально, давай мы с тебя прикалываемся. Ну, вообще так, смешной момент, кстати, да. Для него такое позорище вот так вот наполучать. Слушайте, а не купить ли мне вард, который покажет их не вард, как думаете? Нет, короче, знаешь, что покупаешь? Покупаешь себе этот кинжалик термониальный. Чтоб совсем их опозорить, да? Как я обычно люблю, когда сильно покупаешь, и когда убиваешь их керри. А прикиньте, у них тут нет варда. Ой, а как Фикси меня тут видела? Чё он тут делал вообще? Так, ну чё, раздамажь тебе серый пак воевода? Ну сейчас я приду, долду заберу. Не, ну а я тебе серый раздамажу, чтобы быстрее забиралась. Начинаю бить, можешь уже идти. Не-не. Давай, иди сюда. Паком. Сейчас заберу случайно, иди быстрее. Уже не могу, уже не бить. Блин, у меня кошка сейчас убьет. Твою мать. Не могу не бить. Да где ты там? Пизду. Послушай, когда кошка начинает бить, ты просто в разные стороны. Хиляешь, я знаю, но я. В разные стороны карты просто начинаешь нажимать, и кошка бегит уже туда. В разные стороны карты? Да. И кошка уже вообще не пытается. Как ты так их снес одним ударом? Пойдем заберем этого. Со мной кошка. Сейчас я снизу обойду, подожди. Да сам заберу. А, он петнулся куда-то. Угу. Краску там кувыляй. Череда побед. Это 10-я минута, нет. Походу разумному магу надо вообще этого демона может убрать из дуда. Блин, не успел застанить. Они меня вдвоем били. Похуй, я всех троих забрал. 10к перекач уже. Я уже почти там. Золотой мастер. А, ладно, похер, покупаю дорогие варды, я вообще разбогател. Ты можешь это позволить. Я разбогател, да. Да, ты уже целая 7-я кошка. На 11 минут. А должна быть 5-я. Да хватит уже. Вон, смотрите, воеводу поймала нага. Воевода поймала нага? Воевода.
давай беги к нам, деточка. Все, я не бью, я не бью. Да пошли под этой, под башню прямо, есть уже? Конечно. Я на стримле вообще. Догоняйте его, догоняйте. Я сейчас догоню. Я реально сейчас догоню. Все, догнал. Я не бью, я не бью. Да, майоры такие веселые. Это самый странный бой будет у меня на канале, наверное. Ух ты, два рыжика хороших. Ну как хороших. О, у меня два рыжика упало тоже. Разумная предосторожность. У меня дикая сила упала. Ну, супер талант для заточки. Он сейчас сделали вот эти все дикое. Все дикое стачиваю. А что за дикое? Ну, сила регену, пауэрворк реген. Я мага передамажил, кажись. Не, 100 не хватило урона, чтобы я мага передамажил, прикиньте.